Привет, пацаны! Готовлю ужин. Вот это видите, какая мисочка с мясом. Видите? Потому что обстановка ухудшается на глазах. Международный валютный фонд денег Украине не дает. Американцы отворачиваются. Не, главное, такие друзья были. Ё-моё, Порошенко так хвалили. Так расхвалили. Який же хлопець гарний. Шо, ты и умный, и красивый, сукин сын. Ага, а це что-то нашла коса на камень. Что-то уже прямо хают нашего президента. Хают. Ага. Этот Гройсман сегодня он там стоял по стойке смирно, докладывал, які мы гарні, то умні, то красиві, то роботящі. Ну что-то вы знаете, как-то они так смотрели с ухмылочками. Щось, наверное, не очень поверили. Во все эти басни. Ага, так я то приглашаю американцев. Ну, у меня там есть и Соединенных Штатов подписчики. Из Германии много подписчиков. Еще там Чехия, по-моему. Франция. Ну, с разных стран. Все подписываются, главное, вот на меня подписываются, вы понимаете? А правители что-то не слушаются. Если бы вот это не такое семейство, я, пожалуй, пошел бы в депутаты. Ну, я ж не могу бросить детишек и сидеть вот в этом ураде. Нахер бы они мне нужны. А детишки ж это... Святое. Так, все тут я выливаю то, что тут приправа. Вот, специи. Вот. Вот так вот. Теперь это отставляем. Руки помоем. Ага. Сейчас берем картошечку. И начинаем резать вот так вот картошечку на ужин. Детишки ждут. Ну, детишки. Унучата. Ну, они ж, унучата, вы знаете, они ж, их любишь сильнее, чем в свое время любил детей. А дети теперь, ну, не обижаются, а так говорят: папа, а чё ты вот нас так гонял, наказывал? За школу, там, за гулянки, за все. А внуков нет. Я говорю: так тоже дети, а то внуки. А внуков жальче. Правильно ж, ребята? Я знаю, что вы меня поддержите, потому что это правда. Поэтому вот и надо приготовить им, ну, себе ж, естественно. Я сейчас у них спрошу, что они любят. Решки чи корешки. Люся, Аня! Да, Надюшка? А ну идите сюда, идите. Присаживайтесь тут на стул перед честным народом. И скажите. Аня. Да. И Люся. Что вы будете любите и что будете кушать? Вершки или корешки? Корешки, корешки. Корешки. Значит, ну вы знаете, что дедушка у вас умный, Аня. Да. Поэтому корешки. То есть то, что растет внутри. Что растет внутри картошка? Поэтому вы едите картошку, а я уже буду давиться вершками. А курица бегает сверху. А если бы они сказали, что вершки, я бы одинаково сказал бы, что так
вершки, значит, картошка, она сверху. Вы берите тогда вершки, а я уже буду давиться корешками. Ну, о, дышалый сукин сын. Так что, девочки, в пролете вы. Хоть так будете лопать. Что? Картошку. Вот так. С мясом. Нет, эсэ, не с мясом, с юшечкой. Где ж катишь, вы вершки или корешки? Я мясо люблю. Так, девочки, знаете, что возьмите? Возьмите сырка чуть-чуть на терку. На третий нужно. Чи не надо в этом уже? Да не надо. Надо. Так сверху посыпать, чтобы она была. Ну хорошо, давайте. Видите, вот и скажите, что ничего не понимает. Сейчас. Родион, так тот все сегодня. Вы не слышали? Я слышала. Слышала? Не, я не слышала. Так тот заявил, знаете что? Дедушка, а я хочу колбаски. Ну вчера я колбасу уж делал домашнюю. Я хочу колбаски. Я говорю, по шее, ты не хочешь? Нет. Девушка, колбаски хочу. Я говорю, ешь он эти палочки и хлеб, и не морочь мне голову. И это ж ему 4 года, 4 годика. Ну, дедушку, тут не дать, нельзя. Она говорит, дедушка, смотри, а то колбаса пропадет. Представляете? 4 года ребенку уже. Ой, вот это умный, шо ты, ёханый бабай. Это ж надо было додуматься, сказать, что дедушка, а то колбаса пропадет. Люсенька, а ну-ка позови мне сюда Еву и Родиона. О, бегут, бегут. Банда. Группа захвата бегит. Садитесь. Родион, так что ты говоришь? Овашку. Колбаску? Не, хлеб будешь кушать. Или колбаска что? Колбаску. Колбаску, а то колбаска пропадет, да? О, она нашла. А ты, Юся, что будешь кушать? Ну, я хотела колбаску и это. А, и то ты хотела. Вот тебе и пожалуйста. А мне одну колбаску. А тебе одну колбаску, правильно? Да, девочка. Так, Анечка, поставь, пожалуйста, и дай соль. Слава. А я тебе так, вы отойдите отсюда, пожалуйста, а то сейчас лук позаходит в глаза, и будете вы плакать. Я понял, Леон, все сделаем. А на ютубе. На ютубе, да. А, да. Там, а... Уйдите! Ой! Вот это представляете, 24 часа в сутки за дня в день. Ну хиба ж тут с ума вот, не сойдешь с ними. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, та танцует. Люблю все весело. Шестерку получила по домашнему заданию и танцует. Ай-яй-яй-яй-яй, Люся, Люся. Что ж ты? А? Подожди, исправь. Что ты всему миру рассказываешь? А? Что ты всему Украине рассказываешь? Пусть все знают. Ну поспешила, но не подумала. Списала. У идиотика, он неправильно написал, да? Кто ж знал? Алиса думала, что правильно. Там радовалась. Получила 12 баллов. Ну 12, ладно, 11 или 10, это точно. Витое. Фортуна повернулась к Люсе задом, мягко выражаясь. А Анюта, даже вот, которая умница, учительница говорит, я ее спрашиваю, она стала так, чтобы было видно учебник, и так одним глазом говорит, косит и сливки чешет. А я говорит, взяла, та и спросила.
что-то то, что в книжке не, ну, по теме, по этой же, только в книге не написано. Она и стоит ошарашенная. А такого в книжке нету. Ну, когда это было? Вообще никогда не было. Ну как, никогда не было, что ж учительница обманывает? А кому ты подходил, Дашка? Обманывать будут, она ж не будет обманывать. А кто, Дашка? Да, кто? Кто? Светлана? Миколаевна. Миколаевна, да. Mm. Так же было? Да, нашел кого спросить. А специально про меня рассказывали. Не пылиться? Да. Такого не было? Не было. Да ты что? Напрасно навели на тебя, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот, короче, ребята, да. Только ж равномерно, Анечка, чтоб по всему ж было, а то кому-то достанется. Люсенька, поставь. Полкилограмма, а кому-то вообще не достанется. Ну да, так полкилограмма тут не будет. Ну все равно, Лешка. Ну все равно, да-да-да, и хорошо, вот, буда-яй-яй. Так, духовочку мы включили. Духовочка греется. Анечка, тащи по краям. Ну, так нельзя. Ну как, ну а как же? Ну вот я тебе дам вот этот угол. А тут сыра вот нет. Что ты мне скажешь? Дечка, а почему сыра не любишь? Я все равно сыра не люблю, да. А что ж так и кричала? Сыра, сыра, сыра надо сыпать. Чтобы всем было вкусно. Вон оно что. Стараюсь. Да. Для всех. Для коллектива, да? Да, конечно. Ой, господи. Ну все, ребята, вот такие дела. Сейчас ставим духовку, запекаем и дружненько кушаем. Пока. Мяса много, да, дружище. Пока, Сергей Кадыров, пока-пока, ребята.